Котятки мои, всем доброе утро! Начинаем новый влог. Кто впервые на моем канале, меня зовут Елена. И добро пожаловать сегодня на мою кухню. Смотрю на нее и понимаю, что пришло время отмыть все фасады. Сейчас поближе покажу, как они выглядят. Все заляпано вот так вот. Это просто ужас. Здесь пыль и жир. Нужно все это отмыть. И решила я сегодня разобрать вот этот вот шкаф. Здесь у меня уже и пустые баночки стоят, которые давно требуют, чтобы их выкинули. В общем, все это нужно разобрать, перемыть, все лишнее убрать. Так, следующим этапом у меня будет, помимо фасадов и этого шкафа, я купила вот таких две декоративных панели. Стоят они недорого, по 135 рублей. И размер у них, по-моему, 1 на 60 метров. У меня уже одна такая панель есть. Я ее приклеивала, держится она отлично, поэтому я решила докупить еще две. Вот так вот смотрятся сейчас мои обои. Это просто ужас ужасный и позорище. Здесь обои вообще уже все поотходили. Но хочу вам сказать, что они отошли сразу уже где-то через полгода, как этот дом сдался, как мы сюда заселились. У меня есть сейчас в наличии на фартук кафель-кабанчик, но, к сожалению, нет финансов, чтобы начать ремонт. Да и вообще, не буду же я делать один фартук, а все остальное оставлять. Если уж делать ремонт, то масштабно. Поменять обои везде, сделать фартук вот здесь. И хочу поменять еще линолеум. Линолеум тоже в неприглядном состоянии. Это все еще от застройщика. И единственное, что у меня готово, это потолки. Они у меня двухъярусные. Делала их тоже несколько лет назад. Ни капельки не пожалела. Все до сих пор работает. Единственное, один раз я меняла лампочку здесь. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. И давайте начнем потихоньку расхламляться и убираться. Начну расхламление самого легкого, с пустых баночек. Так, давайте пробежимся по средствам для стирки. Первое от Леврана, экологичный гель для стирки цветного белья. Здесь 1,5 литра. Подходит также он для детского белья, приятный аромат и неплохо справляется со своими функциями. Следующее средство — это Пемос, также подходит для ручной и машинной стирки. Здесь активный гель. Свежесть до 4 недель. Ну нет, этого это неправда. Да и как свежесть до 4 недель? Вы же все равно и постельное все меняете, стираете. В общем, средство мне это очень понравилось. Стирала им белые вещи. Не могу сказать, что он отстирывает какие-то застарелые пятна. Нет, но мне этот гель понравился. Я бы с удовольствием его повторила. Следующий гель также из Fix Price. Объем 1,5 литра для цветного белья Ox. Стоит 99 рублей. И я это средство уже не первый раз покупаю, мне оно очень нравится. Так же, как и следующий гель для стирки черного белья Velour из Fix Price. Стоит за литр он, по-моему, 55 рублей. Сейчас у них произошел ребрейдинг, они, по-моему, уже в других упаковках идут, в более таких ярких. Надеюсь, качество они своего не постирали, но вот как раз для черного белья я всегда покупаю, там где-то какие-то черное белье, там носочки, футболочки. В общем, мне все нравится, хорошо выполаскивается. Еще одно средство — это кондиционер от Vernel Supreme Супер концентрат гламур, изысканный французский аромат. Очень приятный аромат, но, к сожалению, долго он на вещах не остается. Кстати, вот сейчас, протестировав новый кондиционер от Faberlic, я поняла, что пока другие кондиционеры я не хочу. Faberlic мне понравился больше, потому что свежесть и вот аромат на белье остается намного дольше. Так, мои постоянные покупки также из Fix Price — это ароматизаторы воздуха. Вот этот очень вкусно пахнет, хоть он написан от табачного дыма. Хорошо они все справляются, и приятный аромат у него был. И вот орхидея и ваниль — тоже приятный аромат. Хватает в среднем мне их на 2-3 месяца каждого такого баллончика. И стоимость у них 99 рублей. А вот этот вот освежитель воздуха я покупала рублей за 40, Магнит Косметик. Ой, у него такое водянистое распыление, поэтому я не хочу такой больше повторять. Ну и запах такой был посредственный. Так, ну и два средства для уборки. Это универсальное средство Санфор. Покупала его также в Fix Price. Чистила им ванну и туалет. Хорошее средство. Гель сам не жидкий, хорошо справляется. А вот это вот средство для чистки, чистый туалет яблоко, мне совершенно не понравилось. Очень жидкое и при этом плохо отмывает. Решила сейчас приклеить вот эту декоративную панель. Я уже начала тут отмерять,
сколько мне нужно сверху. Нужно будет замерить высоту вот этой панели до самого низа. И, как бы, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, чтобы состыковать рисунок. Я уже приготовила сантиметр. У меня здесь карандаш, канцелярский нож, линеечка, ножницы и клей. Клей-момент, жидкие гвозди. Вот именно на него эту панель я приклеивала. Но мне он нравится, но его очень тяжело из самого тюбика выдавливать. У меня еще есть универсальный клей из Fix Price. Он также подходит для приклеивания изделий из пенополистирола, пенополиуретана, дерева. Также для к основанию из бетона, кирпича, штукатурки. В общем, универсальный. Так, первым делом мне нужно будет подклеить вот здесь обои. Вот это вот все нужно будет срезать, также подклеить. И все досконально вымерить, чтобы не получилось, что я обрезала, а у меня все пошло в кривкось. Так, все, начинаем облагораживать мою кухню. Первую панель приклеила. Спрашиваю сына, как тебе вообще, он был противник, чтобы я сюда эти панели приклеивала. Сейчас говорит, смотрится нормально. Так, ну теперь мне осталось заклеить угол, тоже все отмерить хорошенечко, все приклею и покажу уже конечный результат. Вот что у меня получилось. Скажу честно, я довольная, придовольная. Конечно, если бы сам фартук был еще хотя бы на один квадратик повыше, смотрелось бы еще лучше. Единственное, конечно, вот этот угол мне пришлось прям каждую клеточку отдельно вырезать, замерять. Спасибо нашим строителям, 90 градусов угла здесь не было, поэтому здесь сантиметр наверху, здесь 2,5 сантиметра. Но для чего я покупала свою красивую орхидею? В глаза это сильно не бросается. Ставим орхидею и все, красота. Напишите в комментариях, как вам, но, по-моему, я справилась. Фасады на кухне я буду отмывать вот этим средством от Faberlic, концентрированное универсальное средство, артикул 30219. Я сейчас его разбавлю, сделаю 50 мл этого средства и 100 мл воды. Буду наносить на фасады, оставлю минут на 5 и потом буду все промывать. У меня есть вот такая пустая бутылочка, я ее хорошенько промыла и здесь буду разводить это средство.
Мы закончили наконец-то с уборкой на кухне. Скажу вам честно, упластались. Вот месяц я кухню не мыла, и мы сегодня с сыном весь день провели на кухне. Если бы не сын, я бы еще до ночи все это отмывала. У нас уже вечер на улице. И никогда, никогда не покупайте себе черную кухню. Вот я увидела черную кухню у своей знакомой и решила заказать себе. На что она мне сказала: Лена, не вздумай, ты замучишься. Я говорю: да ладно, что там ее протереть? Вот ничего там, вы замучитесь ее тереть 24 часа в сутки. Так, в общем, помимо Faberlic мне пришлось еще использовать средства от Grass антижир, потому что жир вообще никак не отмывался. Кухня такое покрытие, что можно мыть только тряпочкой, никаких она, щеточек, ничего. Сразу стирается полироль и все. Вот этим вот тоже очень тяжело просто тряпочкой отмывать кухню. Так, показываю, что у меня получилось здесь. Все перемыло, поставила. В общем, фантазия у меня работает, конечно, не очень. Да и самих как бы контейнеров, органайзеров, баночек всяких одинаковых у меня практически нет. В общем, перфекционисты или кто, не ругайте меня сильно, что получилось, то получилось. Я реально очень устала, мне уже было скорее бы все составить, чтобы пойти немного прилечь отдохнуть. Подстраивала я, вставила все под себя, я невысокого роста, кухня у меня расположена высоко, поэтому, чтобы не ставить стулья, я вниз поставила то, чем я пользуюсь чаще всего. Здесь у меня полностью все специи. Это контейнеры и белые, и серые. Это контейнер из магазина Fix Price. Он на колесиках. Ой, что-то там не дотерло. И он легко как бы выдвигается. Он хоть и тяжелый у меня получился, но выдвигается за счет колесиков легко. Здесь у меня какао, там соль, кофе, чай, там сахар и целая упаковка вот такого чая Тесс. На верхней полке я сложила салфетки. Там уксус стоит. Здесь кофе, зерна, гранола, зеленый чай, мы его пьем редко. И в этот контейнер я сложила, в общем, все то, что никуда не подошло. И на самой верхней полке две банки. Там у меня просто салатник черный стоит. И две банки. В одной банке у меня сода, а в другой банке листья смородины. Ну и поставила туда, ой, как они называются, керамические. В общем, ребят, керамические, в которых я готовлю на кухне. До такой степени устала, что я просто реально уже забываю слова. Пишите ваши комментарии, как вам. Ну, в общем-то, я довольна. Довольна, что я наконец-то отмыла кухню. Это самое главное. Так, ну здесь я вот просто установила. Это тоже у меня все из Fix Price. Вот все, что вы видите, это все Fix Price, кроме вот этого наполнения. Хотя, по-моему, Fix Price такие тоже продавались. Вот этот цветок у меня из Эль-Сити, коробочка вот эта фикс-прайс, и вазочка тоже фикс-прайс. В общем, потрудилась я сегодня вместе с сыном на славу, он уже и полы поперемыл, так что у нас дома чистота и порядок. Единственное, конечно, мне остается еще перебрать вот эти два нижних шкафа, я туда вообще боюсь залазить, и вот этот верхний шкаф, он в большинстве своем у меня просто тупо забит косметикой. Нужно будет опять потратить свои выходные, чтобы все там разобрать. Но это уже, конечно, будет другое видео. На сегодня я уже с вами буду прощаться, точнее говорить до свидания. Если видео мое было вам чем-то полезным, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Всех обняла, ваша Лена. Пока-пока.